когда стоишь в очереди из машин на старт, ты можешь подключиться ко многим Дашам. Конечно, если знаешь пароль, ты и по демам. Собственно, у нас машины Корнели Рейсинг сейчас на старте прогрева, разминки утренней. Никита Шиков и Ваня Пальмин уже проезжал, сейчас стоит чуть-чуть раньше. Вон он, красавчик. Тренируемся, разминаемся перед квалификацией. Это, безусловно, плюс того, что мы находимся в Ростове на Кубке России. Я хотел вам показать снова, какой я красивый. И это значит, что наша команда сегодня приступает к официальному дню с квалификацией, с разминкой, квалификацией ТОП-32. Движемся по плану. Сейчас поедет у нас сначала Ваня Пальмин, потом Никита Шиков, потом Антон Козлов. Работаем. Кстати говоря, о том, какие тележки мы используем инструмент на подпите. Инструмент Mastak, Mati 7. Такая вот удобная тележечка, которая у нас все необходимое вмещает. Recommendation. Ну а тем временем Никита прошел в топ-16, но есть грустная новость о том, что Антон не прошел из-за технической неисправности.